Приветствую всех на своем канале. Тема сегодняшнего видео, как и предыдущих других, это вскрытие сувальдных замков. В настоящее время вскрывает сувальдные замки у нас сейчас Алексей. У него сейчас имеется весь инструмент, который у меня сейчас в дороге, в пути. И пока такие вот замочки, которые не имеют ложных пазов, но имеют какой-то интерес для мастеров по аварийному вскрытию, будет вскрывать Алексей. Сегодня у Алексея день рождения, поэтому давайте его дружно поздравим все с днем рождения, пожелаем ему всего самого хорошего, осуществления задуманного, крепкого здоровья, достойных друзей, и чтобы у него в семье, в работе все ладилось и никогда ни в ком не разочаровывался. Алексей, с праздником тебя, брат! С днем рождения. Вот, а мы переходим к очередному видео. Это вскрытие МЭТ М3×3. То есть замок довольно-таки интересный, как для начинающих, так и для тех, кто занимается аварийкой уже довольно давно. Потому как именно крючками вскрывает этот замок единицы людей. Итак, смотрим, подписываемся на канал. Всего хорошего. Замок сувальный МЭТ М3×3. С таким ключом. Закрыть. Открытие. Так. Будем открывать вот таким натягом. МТМ, это производитель Москва, новый замок, его подольше буду открывать, не знаю сколько, минут 15 в оборот, может и побыстрее, не знаю как получится, таким крючком открываю. В нем есть своеобразные ложные пазы в этом замке. То есть не как у всех. У него П-образные такие ложники. Но это в будущем разберу замок, покажу. Если успею, сейчас разберу. То есть на камере места мало. Минут 10-15 точно его открывать. Своеобразный замок. Ложники тоже своеобразные. Довольно-таки непростой. То есть тут определенно натяг нужно делать. И не слабый, и не сильный.
3 сувальда на 3 он идет. Но он посложнее, чем 5 на 5 даже. Ну вот влажняк попал. Придется приотпускать. Угу. Влажняк такой, он как буквы П здесь. Такие счесы. Если натяг делаешь, у него залетает. Ну не как на сами бордере, гардиане. Он вроде как и без ложников, и с ложниками. Они там западают и не дают пройти. Сували. Матем еще нет ни одного ролика, чтобы крючком открывали. Один ролик есть, но там натяг совсем другой. Из ключа. У меня совсем другой техника. Остальные такой замок открывает только депрессия. И открываю его крючком. В чем сложность? Видите, есть первый оборот. 7 минут, один оборот. Открыт. Второй оборот. Не знаю, за сколько, за 15 успею, не успею. Но он довольно-таки тяжелый в плане того. Из-за этих вот ложников. Самое главное знать, какое давление на ригель создать. Вот. И проставку тоже не забывать. Если будет
натяг слишком длинный, он будет поднимать ригель. Будет слишком короткий, он его толкать не будет. То есть своеобразная техника здесь. Но МТМ я еще не видел, чтобы кто-то открывал вот таким крючком и натягом. Крючок, ключ и натяг. И крючок, да, видел. Есть даже в Ютубе ролик. Вот. А именно таким нет. Только самоимпрессия. Это 3х3. Свальный замок МТМ. Еще раз повторяю. Производитель Москва. Блошиха, по-моему. Этот замок сложнее, чем 5х5, сложнее, чем Эльбор, сложнее, чем МТМ 6х6 накладной есть. Он маленький, вот этот замок, но довольно-таки непростой. Вот уже 10 минут открываю. Второй оборот. Интересно, проще пойдет. Боюсь, памяти не хватит. На камере. И такие замки очень часто вставляют в дверь. В эти, в банкоматах он стоит тоже. Такой же МТМ. О, уже перехлестнул. Сувак заодно опять в ловушку загнал. Сейчас должен уже открыться. Чувствую, слышу, как сувальды в правильном направлении пошли. То есть характерные щелчки должны быть, когда правильно идешь. Как бы со скрипом. Есть, второй оборот, открыт. Попробую разобрать, показать. Ну сколько, 11 минут. Не знаю, хватит время. Так. Двенадцать минут. Такой он. А лжики в чем здесь заключаются? Блин. Сейчас покажу, где они. Вот такие сувальды. Вот такой ригель. Вот второй пакет суваль. Собираем назад. Ну, здесь такие, как бы, она вроде как и нет лыжников, но он очень тяжело открывается. Непростой, то есть, замок. Ну, кто попробует, кто знает тут, кто открывал хоть раз МТМ, тот поймет. То есть, тут натяг своеобразный нужен делать. Вот.
спешу, потому что на камере время заканчивается. Так, ну теперь давай ключом попробуем после вскрытия, как он. Вот такой замок. Разобрал, собрал. Все работает. Он, наверное, один единственный черным корпусом. Хотя есть и эльборд тоже черный корпус, и класс. Все, в принципе. Готовченко.